Батальон «Югра» получил новое антидроновое ружье от Сургутского благотворительного фонда «Т-тыл». Необходимую сумму, а это 150 тысяч рублей, тыловики собрали за время дороги из Сургута в Донбасс. Ружье вручил нашим бойцам лично руководитель организации Сергей Сухобрус. Помимо орудия, тыловики доставили в зону СВО бронированный автомобиль, квадрокоптеры, маскировочные сети, бронежилеты и прочую амуницию. В следующий раз участники фонда планируют приобрести и доставить югорским бойцам средства связи, планшеты и прицелы. Пока одно приобрели, передали, да, ребята работают, а хорошо отзываются на работе именно с большими коптерами. Именно большие коптеры очень хорошо это ружье садят.